Уполномоченные российские органы пока не пользуются возможностью блокировать VPN-сервисы и анонимайзеры. С 1 ноября действует закон, по которому эти сервисы, которые позволяют посещать заблокированные в России сайты, должны по требованию властей закрывать такой доступ. Но представитель Роскомнадзора заявил агентству РБК, что за 3 месяца ведомство не направило ни одного требования. Там объясняют, что инициатива должна исходить от правоохранительных органов, а от них обращений тоже не поступало. Ранее эксперты говорили, что добиться исполнения нового закона будет очень сложно.